Великий камень – самый лучший эпитет с точки зрения строительства этого проекта. Что планируете сделать вы, чтобы вот действительно резиденты, инвесторы пришли к нам в парк? Таких прецедентов по созданию именно таких льготных политиков практически нет. Мы хотим, чтобы это были резиденты из любой страны мира. Вы поставили планы грандиозные на 2019 год. Можно и нужно создавать экономику будущего. И мы гордимся этой командой и гордимся этим производством. 24 вопроса для главы администрации индустриального парка «Великий камень» Александра Ярошенко. Смотрите в четверг, только на нашем канале.